Здравствуйте, меня зовут Владимир, я являюсь, являюсь директором одного из магазинов компании «Дядя Федор» в нашем городе. Присутствие в прошлом году на, скажем, вашем тренинге мне принесли результаты в том, что я стал более тщательно работать с холодными звонками, более чаще стал поиск людей, пошел обзванивать людей, вот, назначать встречи с ними. И это привело к результату, что у меня расширился, скажем, круг общения покупателей и привело меня даже к оптовому большому, скажем, закупке. Вот. Что приносит какие-то определенные доходы нашей компании. Из сегодняшнего тренинга, что привело это, то есть нужно выяснять потребность покупателя, то есть того же, скажем, клиента, нужно знать его причину, что приведет к плохому, к что хорошему, и какую-то создавать помощь покупателю, ну и, естественно, чтобы не ущемление, скажем, всей компании.